Я наблюдаю продвижение трибуны, народ растет, укрепляется, есть единство, есть уже такая структура, есть система, то есть и поддержка славян, русских ребят, да, мы начинаем, как бы, я сам с этим сталкивался, как бы, и то, что такое объединение растет и развивается, это только плюс для русских именно бойцов. Там бывала где-то просадка, да, где-то русским ребятам не хватало, да, той поддержки, но вот сейчас она образовываются, и сейчас, я думаю, дай бог, как Божья помощь, она укрепится. Потихоньку это развивается, знаете, раньше как-то и было, что и русских бойцов бывало, ну, не хватало, да, в основном, ну, других национальностей, но, как видите, развивается, и мы тому пример.